Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас продолжение нашей любимой рубрики «Фумигаторы». Сегодня я вам хочу рассказать о фумигаторе SuperBat, электронагревательное устройство SuperBat, электрофумигатор, универсальный, модель DIG-6. Ладно, значит, срок, гарантийный срок 12 месяцев. И сюда мы будем фумигатор ставить, пластинки для фумигаторов – Go out. Защита от комаров, 10 пластин. Все я это купил, хозяйство, в магазине постоянных распродаж. Так, у нас бликует немножко упаковка. Назначение для уничтожения кровососущих насекомых, москитов, мокрецов, мошек, не мошек, в закрытых или хорошо проветриваемых помещениях. Способ применения. Вскрыть, достать пластинку и поместить ее на нагревательную поверхность электрофумигатора. Сейчас все попробуем. Так, фумигатор. Ну, значит, сам по себе фумигатор достаточно простой, обыкновенный. Розеточка-то под советскую сделана, тоненькая, не толстые усики. Дальше. Ладно, смотрим пластинки. Пластинка у нас проще простого. У нее одна сторона такая потемнее, одна сторона посветлее. Значит, вот эта сторона посветлее, это основа. Всегда говорят, что типа основой надо ставить на фумигатор, втыкать вот так вот. Но есть один небольшой лайфхак. Как продлить срок действия пластины, надо ставить вот этим пропитанным слоем на фумигатор. В результате при испарении будут пары действующие вещества задерживаться на этом вот на основе и дольше рассеиваться. В результате у нас должно быть что? Экономия. Ее хватит, ну, на полную ночь точно хватит. Может быть, даже на полторы ночи. Пробуем, втыкаем. О, фумигатор даже как будто работает. Ну, результат, естественно, я вам завтра утром расскажу, мучили меня комары или не мучили. Для вас это будет через секунду. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, все, выключаю я этот фумигатор. Фумигатор отлично проработал до утра. Тут уже постель посушить унес на балкон. Чтобы, а то что-то затхлым пахнет каким-то. В комнате немножко влажновато. Ну так вот. Фумигатор отработал отлично. Сейчас посмотрим там, как дела с пластинкой обстоят. Вот, пластинка поменяла цвет свой, стала такого неравномерного цвета, да, где-то синее, где-то белее. О, вот здесь даже прогар какой-то случился, представляете? Ну, в общем, отработал отлично, комаров ночью не было, в первую ночь я спокойно выспался без комаров. А вот насчет прогара этого, да, мне это немножко беспокоит. Конечно, не хотелось бы, чтобы тут прямо вот горело до огня. Там не видно ничего внутри. Все нормально, как будто бы. Фумигатор рекомендую. Фумигатор замечательный. Стоит 68 рублей. Пластинки, не знаю, может быть, просто стоит попробовать другие пластинки, которые более качественные, более дорогие. Есть Raid, есть различные другие там. Mosquito, Raptor. Пластинки, возможно, придется поменять. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!